Всем привет! С вами Бустарт. Сегодня у нас будет небольшой подкаст по поводу произошедшего а, недавно события. У нас забанили Фельдмаршала. Человека, который занял первое место в ранкеде. Забанили за что? А никто не знает. Потому что никаких доказательств, никаких свидетельств нарушений со стороны прокоммуниста. А, предоставлено не было. Ну, собственно, началось то с чего? Началось с того, что он был забанен на э, европейском сообществе, в европейском сообществе Bootcamp. И вот здесь-то как раз интересное начинается. За что он был забанен в европейском сообществе Bootcamp? За Верта Раш. Э, сам факт Вертараша довольно спорный, поскольку Вертараш это стратегия с очень-очень широкими рамками. Не каждая вертовысадка является верторашем, и не каждый вертораш является вертовысадкой, как вы понимаете. Тем не менее, тем не менее, э -э -э забанили фельдмаршала Не банили до тех пор, пока он не занял первое место. А потом забанили. Причем каким образом? Непонятно. Сами разработчики, они долгое время никого не банят, практически никого не банят. Для того, чтобы расправиться с каким-нибудь читером доказанным, им требуется огромное количество времени. Но бан нашего коммуниста произошел а, меньше чем за сутки. Меньше чем за сутки. А, собственно говоря, в чем проблема-то? А Проблема принципиальная в том, что европейское сообщество позволяет себе а, присваивать право. Выбирать то, как должны играть игроки, это в принципе европейская особенность. Они считают себя некой высшей расой. Я думаю, это понятно нам, по крайней мере, и считают, что они могут диктовать другим людям, как им жить, какой политической системы им придерживаться, какой игровой, какого игрового стиля. В каком игровом стиле им играть. И таким образом Вертораж, не являющийся ни по одному правилу, установленному разработчиками нарушением, почему-то считается сообществом европейцев, неправильным. Я сделал небольшое логическое отступление. Еще одно, потому что Bootcamp вроде бы формально это организация, это сообщество не являющаяся, как бы, как бы не являющийся европейским. Как бы это свое комьюнити со своими правилами, и в рамках его вертораж запрещен. И в соответствии с этими правилами, каждый игрок, использовавший вертораж против игрока, принадлежащему этому же комьюнити, а коммунист принадлежал к этому комьюнити, он состоял в Дискорде, может получить бан. Ну, должен получить бан. Тем не менее, в сообществе, Буткем состоит 99% европейских игроков. И большинство европейских игроков, собственно говоря, и являются этим сообществом. Таким образом, само сообщество Буткем является, по сути, европейским, неформально, вообще европейским сообществом. И выражает интересы европейцев, которые считают, что они имеют право Выбирать, как должен играть тот или иной человек, как должен жить тот или иной человек, как должен воевать тот или иной человек, что сейчас происходит на Украине, собственно говоря. И все в таком духе. Такая форма шовинизма вполне себе может стать и фашизмом. Фашизм не всегда обозначает шовинизм. И не всегда шовинизм является фашизмом, но по сути это принципы, это вещи одного и того же корня. Ты считаешь по какой-то причине, что ты имеешь право решать за других людей, как им быть, и это может привести к фашизму, а может и не привести. Ну, я-то для себя все решил в этом плане. Вы также можете решить для себя сами, считать ли э, европейское сообщество фашистским или нет. Собственно говоря, что касается коммуниста, то никаких доказательств его вины предоставлено не было. Но у коммуниста есть доказательства его вины в шадо-боксинге. Шадоу-боксинг был, это доказанный факт, насколько мне известно. И за шадоу-боксинга коммунист был забанен, а в соответствии с любым другим, с любым законодательством люб любого государства, ни один человек не может быть наказан за одно преступление дважды. Соответственно, базовое нарушение базовых прав базового человека. Я просто захотел сказать тавтологию. Собственно говоря, что мы можем здесь сделать? Я не знаю, по факту-то ничего. Потому что все попытки написать в саппорт, в поддержку, они не увенчались успехом. Коммунистам ответил, нет? Нет, не ответил еще. Сейчас коммунист пишет на Reddit. Я не знаю, ответят ему или не ответят. Да, я смотрю прохождение Силен Хилл. Тем не менее, эффективного способа, когда связаться с разработчиками и потребовать у них потребовать у них ответа за то, что они забанили коммуниста. Нас нет. Кстати говоря, сбился опять с мысли. Там получается так, что. По факту, в некоторой степени на сообществе Bootcamp забанили условно, условно, законно, условно-легально. Вроде бы как он был замечен в вертораше. Но вот в рамках игры никакого вертораша не было. Господи, что я опять несу? В рамках правил игры нет никакого вертораша. Разработчик не внес это правило, запрещающее использовать массу вертолетов. Таким образом, за это он не может быть забанен, а за шедо коммунист уже понес наказание и не может быть наказан дважды. Таким образом, наказание коммуниста является э, незаконным, нелегальным. А... Как мы можем опять же это все исправить? Ну, я не знаю. По сути, по сути на на лицо факт дискриминации русского комьюнити. А, Во-первых. Во-первых, годами, годами европейской комьюнити не признавала Путина. Очень много было сказано слов в, то, в том направлении, что Путин всего лишь верторашер. И на самом деле Путин-то он плохой игрок, просто он тизер. Еще раз, европейская комьюнити взяла на себя право выбирать, как правильно играть, а как неправильно играть. Там дальше мне объясняли, что на самом деле Александр Эмель. Оказывается, Александр Эмель был, да, фельдмаршал, его не забанили. Тем не менее, всегда европейская комьюнити очень негативно относилась к Александру Эмелю, насколько мне известно. Его также считали чизером и подлым игроком. При том, что он был хорош. Он бы и сейчас был хорош, если бы оставался в игре. И так далее привели кучу доводов, которые все ну, не выдерживают никакой критики со стороны западного комьюнити. Ну и перед нами игра, собственно, не коммуниста. Перед нами игра Камброны. Камброна также был забанен. За что? А тоже никто не знает. Доподлинно неизвестно. Доподлинно неизвестно, за что был забанен Камброна. Перед нами матч между Камброной и мистером Гоусти. Здесь, к сожалению, к моему огромному сожалению, я вынужден работать бездоказательно. Вы должны поверить мне или не поверить. Поскольку код игры не позволяет фиксировать чат. За что был забанен Камброна? Никто не знает, но в конце данной партии, после поражения, Мистер Говстин написал фразу, которую мы всем чатикам, всем дискордам, всем каналам, мы были в этом канале вместе с пытались долго очень понять. Эта фраза звучала примерно как «если ты», в переводе, «если ты бот, то ты не обидишься, если тебя забанят». Очень непонятное на самом деле заявление и очень непонятный бан, потому что как будто бы, кстати, Камброна Красный за Югославию играет. Выглядит так, как будто бы мистер Гоусти может написать напрямую, напрямую разработчику, и разработчик забанит. Но нам неизвестно, чтобы разработчик банил кого бы то ни было, кроме русскоязычных игроков. В частности, их всего двое было забанено. Это про коммунист и Камброна. Опять же, парни, верторашеров не любит никто. Но правилами это не запрещено, а значит не может быть забанено за шадоу-боксинг коммунист наказание уже понес и не может быть наказан второй раз. Что касается Камброны, то в его случае вы сами видите эту игру. Здесь нету ни малейшего намека на какое-либо нарушение правил. Вы сами видите всю эту партию, вы видите, как она проходит, вы даже ну, не докажете, что здесь было что-то незаконное. Тут даже работы по тылам нету. Он просто взял нору Б и рандомит кошемки. Опять же, снова, никто не любит, когда рандомят кошемки, но никто не имеет права запрещать это делать. В том числе не имеет права это делать европейская комьюнити, которая берет на себя это право. Таким образом, мы столкнулись с вами с фактом дискриминации русского, не русскоязычного, а именно русского комьюнити. Это прискорбно, я не хотел бы делать никакие выводы, решайте сами, навязывать вам метод поведения тоже не хотел бы. Посмотрим, что сделает коммунист. Мы порекомендовали ему написать в Reddit о своей проблеме. Если он решится на это дело, если это даст какой-то результат, я напишу об этом в Напишу об этом под роликом Либо выпущу дополнительный ролик С тем, что нужно сделать а, Ну и на текущий момент Все возможности написать в техподдержку Они блокируются Почему? Да тоже никто не знает Мы пытались всей толпой написать саппорт В техподдержку Не получилось У них на сайте не работает кнопочка И на текущий момент Единственный способ нам известный В том числе и мне известный Мистер Гости просто не покупает юнитов. Но при этом он потом пишет, что Cameroon бот. Господи. это. Это кошмар. Так, прошу прощения, потерял мысль. Я говорил о чем-то более-менее важном и сбился. Сбился с мысли. Вот, все обновления по теме я публикую, так или иначе, либо в сообщениях, либо в видео. Готовимся, просто готовимся к дискриминации, парни. Вот так, такие вот дела у нас происходят. Считайте это новостным выпуском. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо, всем. Даже не знаю, что пожелать-то. Не стоит относиться все-таки к этому. Каждому европейцу с большой ненавистью. Но факт дискриминации, на мой взгляд, не только на мой, на лицо. И на лице. Всем спасибо, все свободны.